Новогодние песни, танцы и конкурсы. В рамках благотворительной акции «Подарить детям свое тепло» служба такси 3040 «Шара» организовала праздник в Центре социально-психологической реабилитации детей. Это уже третье учреждение, где проходят такие мероприятия. Эта практика, ну, для нас впервые. Основной тезис, ну, хотелось бы донести до горожан и до, наверное, больше бизнеса, что не стоит преследовать только свои корпоративные какие-то интересы в погонке за прибылью, известностью. Ну, то есть помогать никогда не поздно и никогда не бывает рано. В рамках благотворительной акции служба такси 3040 «Шара» обеспечила детские учреждения предметами личной гигиены и канцтоварами. Сбор помощи был объявлен среди сотрудников службы. Водители и диспетчеры приносили игрушки и одежду. Этим детям очень важно общение и о том, что они должны понимать и должны знать, что они не брошены. Люди, которые привезли нам и альбомы, и все это для нас очень важно. Не для нас, вернее, для детей, потому что, понимаете, в рисунке ребенок все может показать, изобразить и даже свои какие-то проблемы выразить через рисунок. Организаторы говорят, присоединиться к акции может каждый желающий. Предметы первой необходимости – мыло, порошок, зубная паста, альбомы для рисования, карандаши, краски, а также одежда и обувь. Ребята всегда рады сладостям, а главное – вниманию.